Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Твой островец». Как обычно, мы расскажем о самых интересных и важных островецких событиях прошедшей недели. В студии Ангелина Миклис и в сегодняшнем выпуске передачи. День информирования в Островце прошел с участием заместителя главы администрации президента Владимира Живняка. В Островецком районе проверили готовность учреждений образования к новому учебному году. Мы узнали, когда в Островце откроется многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс. Насколько востребована услуга общественной бани жителями нашего района. Опрос «Скоро в школу» на улицах нашего города мы узнавали, готовы ли островецкие школьники к новому учебному году. И наша традиционная рубрика «Моя островечина». 16 августа в Островец с визитом прибыл заместитель главы администрации президента Владимир Живняк. Он встретился с представителями организации предприятия «Островечины» в рамках Единого дня информирования. Подробности в нашем следующем сюжете. День информирования в Островце прошел с участием заместителя главы администрации президента Владимира Живняка и заместителя председателя Гродненского облсполкома Виктора Лисковича. В состав информационной группы вошли заместитель председателя райисполкома Виктора Свила и председатель районного Совета депутатов Ирина Тальчук. Основные вопросы, рассмотренные на дне информирования, защита материнства и детства и профилактика наркомании в Республике Беларусь. Владимир Живняк отметил, что работа по защите материнства и детства в нашей стране организована на самом высоком уровне. Не менее важной для Беларуси является и борьба с наркоманией. Много усилий затрачивает государство совместно с общественными организациями на то, чтобы победить проблему, которая в основном существует в молодежной среде. О профилактических мерах и административной ответственности за хранение, переработку и сбыт наркотических веществ рассказал присутствующим Владимир Живняк. Интернет сегодня не роскошь, а реалии нашей жизни. В нем может найти нужную информацию любой желающий. Нужно научиться фильтровать настоящие новости от фейковых и быть внимательным к тому, что смотрите, читаете и выкладываете сами. К этому призвал присутствующих заместитель главы администрации президента. И если со взрослыми проблема использования некачественной информации в интернете не настолько глобальна, то как быть с детьми? Как уберечь их от огромного количества негативной информации, которую они, как губка, впитывают из глобальных сетей? С таким вопросом к заместителю главы администрации президента обратилась многодетная мама Элла Корень. Запретить ребенку пользоваться интернетом невозможно и не нужно, но ограничить ему доступ к некоторой информации родители могут, так считает Владимир Григорьевич. Отвечая на вопрос, заместитель главы администрации президента отметил, что детей нужно воспитывать собственным примером. Выборы в Палату представителей и Совет Республики Национального собрания 7-го созыва, книга замечаний, предложений в организации как средство для налаживания обратной связи и создания в нашей стране условий, комфортных для молодежи. Этим вопросам также было уделено много внимания на дне информирования в райисполкоме. В соответствии с указом президента 111, третий четверг месяца проходит по всей стране единый день информирования. И в четверг у нас такой день информирования состоялся в предприятиях, организациях города, куда выехали наши информационно-пропагандистские группы. Но этот месяц, август, у нас был особенный, потому что к нам, опять же, в целях информирования приехал представитель республиканской информационно-пропагандистской группы, замглавы администрации Владимир Григорьевич Живняк. Поэтому, учитывая уровень представительства, уровень информационно-пропагандистской группы в Островецком райисполкоме, в Большом зале, мы собрали актив всего района. Актив – это, как правило, руководители организаций предприятий, общественных формирований, представители власти, в том числе сельские советы, и организаторы, и идеологи, и так далее, и так далее. Разговор получился очень интересный, конструктивный, много полезного, и разговор вышел далеко за рамки озвученной повестки дня. Ну, а кроме того, Владимир Григорьевич посетил водные объекты, которые в этом году мы будем вводить в эксплуатацию. Это и больница, это и новая школа во втором микрорайоне, детский сад на 230 мест, и спортивный комплекс, который у нас сейчас строится по улице Парковой. У него вызвал неподдельный интерес, он очень живо интересовался ходом и проблемами, какие есть. Но мы заверили, что все идет планово и в установленные сроки все объекты будут введены. Ну и кроме того, в плане посещения было, в план посещения включена позиция посещения учебно-тренировочного центра атомной станции, ну и легкая, короткая экскурсия по самой станции, по этому объекту.
Лето подходит к завершению, близится сентябрь, на пороге традиционный День знаний. Уже совсем скоро отдохнувшие за лето нарядные мальчишки и девчонки снова сядут за школьные парты. Обновленными и посвежевшими их будут встречать и школы. Учителя на протяжении длинных летних школьных каникул готовили свои учреждения образования к новому учебному году. А на минувшей неделе состоялся объезд школ и детских садов района по оценке подготовки к приему детей. Ежегодно в августе специальная комиссия проверяет готовность учреждений образования к новому учебному году. В этом году 3 дня комиссия в составе специалистов отдела образования, спорта и туризма по чрезвычайным ситуациям Центра гигиены и эпидемиологии во главе с заместителем председателя Островецкого райисполкома Виктором Свилой и начальником отдела образования Оксаной Земляковой посетили все школы и детские сады района, чтобы подписать паспорта их готовности. Комиссия учитывала выполнение определенных требований, предписание санитарно-эпидемиологической службы, РОЧС и энергонадзора, состояние территории и их благоустроенность, уровень подготовки учебных кабинетов, групповых помещений, объектов питания, состояние спортивной базы школы, обеспеченность учебниками. Критерии оценки одинаковы для всех учреждений образования. Члены комиссии обращают внимание, если мы говорим про специалистов отдела образования, это, конечно, на наполнение кабинетов. Так, это наглядное пособие, как подготовлено учреждение к новому учебному году, чтобы принять и обучать обучающихся. Конечно, службы наши межведомственные смотрят по своим направлениям. Санитарные службы смотрят, конечно, в первую очередь на пищеблоки, на порядок в кабинетах, на освещение, на проветриваемость. Значит, пожарные службы в первую очередь, конечно, смотрят на пути эвакуации, как на захламленность, есть ли какие-то преграды на путях эвакуации. Но мы смотрим на общую картину в целом. Вообще на подготовку учреждений к новому учебному году в районе затрачено более 1 миллиона рублей. Это и спонсорские, и внебюджетные, и бюджетные средства. Также будет затрачено более 30 тысяч рублей на приобретение спортивного инвентаря к новому учебному году, что позволит укомплектовать на 100% спортивной базы всех учреждений образования. За лето работники всех учреждений образования района постарались и создали необходимые условия для качественного учебного и воспитательного процессов. Так, в Мальском яслях-саду, который первым принимал комиссию, отличились новые спортивно-игровые комплексы и фитнес-зал, познавательный уголок безопасности, экологическая зона и обновленное помещение. К слову, с 1 сентября Мальский учебный комплекс будет работать только как детский сад. В Арнянском учебно-педагогическом комплексе обновили плитку в фойе, столовой, сделали капитальный ремонт спортзала. Изменилось и расположение учительской. Комиссия высоко оценила результат проведенные подготовительные работы, а где-то даже была и впечатлена тем, сколько труда, таланта и фантазии вложили работники школ и детских садов в их оформление. Паспорта готовности подписаны, это значит, что 30 учреждений образования Островеччины, школы, детские сады и Центр творчества детей и молодежи уже готовы встретить более 3000 школьников и 1500 малышей дошкольного возраста. На сегодняшний день руководителям учреждений, а также педагогами проведена колоссальная работа по подготовке учреждений к новому учебному году, поэтому я думаю, наши учащиеся будут довольны, а также и удивлены новыми веяниями, которые в каждом учреждении присутствуют. Самый главный вопрос, с которым родители сталкиваются задолго до окончания лета, это подготовка ребенка к школе. Одежда, обувь, учебные пособия, канцелярские принадлежности, портфели, рюкзаки, спортивные костюмы. Купить нужно все и ничего не забыть. Давайте узнаем, готовы ли островецкие школьники к новому учебному году, все ли купили им родители и где. Что купили? Тетрадки, ручки, карандаши, пенал и рюкзак. А где это все купили тебе? В карандаше. Съездили на базар, купили обувь, одежду, принадлежности все купили. Карандаши, да? Ручки, тетради. Угу. Уже, в принципе, готовы к 1 сентября. Только осталось цветы потом сходить купить и все. Можно. А где все это покупали? Ну, если честно, большинство ездили в Вильнюс покупали, а остальное здесь покупали. А где здесь? Где здесь покупали? Ну, в карандаш заходили, покупали, вот в талеры там. Одежду больше на Литве мы покупали. Да, вот внука готовим. Что купили уже? Купили кроссовки. А сейчас школьную форму идем покупать. Где все это будете покупать? Ну, здесь может посмотреть талеры или пойдем в государственных магазинах мы покупаем. Все нравится вам? Все нравится. Нет, государственные магазины мы
Мы с советских времен люди любим, чтобы все было правильно, швейные фабрики работают наши хорошо, белорусские. И мы считаем, что можем одеваться прекрасно здесь. Да, конечно, готовим, покупаемся. Что покупаете? Ну что, мы, Ларушка, покупаем с тобой к школе? Тетрадки, гуажи. Что еще мы с тобой покупали? Ручки, краски. Костюм спортивный покупали? Да. Пластилин. А где все это покупаете? В Островце. В каких магазинах? Я не знаю, мама покупками занимается. Нет. Вот. Вы никуда не ездите, здесь все устраивает? Ну, иногда ездим, да. Иногда не ездим. Мама занимается покупкой. Солидарушка помогает выбирать, да? Да. А папа на это все денежки дает. Же купили все, что нужно? Ну, не совсем, но уже подготавливаемся. Что уже купили? Где купили? Мы уже купили школьную форму на расхвате. Еще много всего. А вы? Я уже тоже подготовился. Костюм, тетради, обложки, пенал, ручки. Где это все купили? В Минске. А здесь не нравится тебе ничего? Здесь не выбрали родители тебе? Кроссовки. Где здесь купили кроссовки? А где здесь купили кроссовки? В санатории. Ну, я уже подготовилась к школе. Купили там школьную одежду в Лимпопо. Канцелярию, в карандаше, тетради мы купили в Миксе. Ну, в полном уже подготовились. Готовимся. Что сделали, что купили уже? Почти все. А где покупали? По разным магазинам ходили. Например? И в универмаге были, и в Талере были. Довольны нашей продукцией или вообще в Минск может куда ездить? Нет, нет, у нас все можно купить. Готовите детей к школе? Конечно. Что уже подготовили? Пока по мелочам. Например, что купили? Ну, тетрадки. А где что покупаете? В карандаше. Здесь все устраивает, то есть не ездите никуда? По одежде ездим. А здесь? Здесь, да. Уже приготовили. Что купили? Что нам не хватало, то и купили, в принципе. Здесь все покупали? Да. Никуда не ездить, то есть все устраивает. Ну, то, что не хватало, в принципе, все было, поэтому по минимуму. Поэтому здесь мы все на месте нашли. Островец не прекращает баловать своих жителей подарками. Новый легкоатлетический стадион, школы, детские сады, центр творчества детей и молодежи, физкультурно-оздоровительный комплекс, несколько торговых объектов. И это еще не все. С нетерпением жители нашего города ждут открытия многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса. Так когда же это произойдет? За строительством многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса, который с каждым днем растет и преображается, наблюдает весь город. Огромное двухэтажное сооружение разместилось рядом с городским стадионом. Строительство спорткомплекса началось в мае прошлого года. Сегодня стройка идет полным ходом, ведутся отделочные и монтажные работы, устанавливаются витражи и стекла, благоустраивается территория. Все, что, как говорится, внутри, по залу, по отделке, вся готова. То есть все там, все сделано, доведено. Но, в принципе, уже, как говорится, вот витражи, стекла доделывают. Вот, с обратной стороны фока, там, ну, правда, ведутся еще такие земляные работы, там достаточно еще большой объем работы. Но это надо все визуально внутри посмотреть. Помещение, как говорится, готовое. На первом этаже разместится многофункциональный полноразмерный спортивный зал для различных видов спорта со зрительской трибуной на 751 посадочное место. Здесь же появится бассейн с 5 дорожками глубиной 2,4 метра, кафе на 30 мест, сауна и массажный кабинет. На втором этаже будут расположены большой тренажерные и борцовские залы, а также зал для аэробики и административное помещение. Изюминкой этого спортивного объекта станут комментаторские кабинки. Теперь оценивать происходящее островчанам помогут спортивные комментаторы. В новом спорткомплексе предусмотрели все до мелочей. Для доступа на второй этаж людей с инвалидностью будет оборудован лифт. Рядом со спортивным объектом разместилась удобная парковка на 128 стояночных мест и 8 для инвалидов. Даже окна спорткомплекса будут солнцезащитными, чтобы солнце не ослепляло игроков и зрителей. Не будет пустовать и прилегающая территория. Рядом со спортивным объектом разместятся уличные игровые площадки для баскетбола, волейбола и мини-футбола. Город растет. Город молодой. К
как говорится, как ставится задача? Из островца, малого островца сделать островец, который должен себя проявить на всю страну. На всю страну. Поэтому город разрастается, население увеличивается, где-то приезжают, где-то оседают люди. По заполняемости, по мере возможности он будет функционировать, в плане, я имею в виду, что будет народ приезжать, будет пользоваться. Здесь достаточно неплохие условия, но нужен город, однозначно нужен. Город достаточно молодой, вот. Кто не хочет, кто не будет заниматься спортом, заставим заниматься. Работы у строителей еще много, а времени расслабляться нет. По плану спортивно-оздоровительный комплекс должен быть сдан в декабре этого года. Поэтому ждать островчанам осталось совсем немного. Хочется выразить уверенность, что новый спорткомплекс станет ключевой площадкой для развития спорта в Островецком районе. Здесь будут расти спортсменов, которые обязательно покажут хорошие результаты и смогут достойно представлять наш город и район на соревнованиях различного уровня. А любители спорта и здорового образа жизни смогут поддерживать себя в форме и проводить свободное время с пользой для здоровья. Еще наши предки говорили: баня лечит, баня парит, баня на ноги поставит. Действительно, баня – это своего рода народное средство, о пользе которого знают все. Для многих жителей района суббота – традиционно банный день. Давайте посмотрим, насколько востребовано посещение бань жителями нашего района. Понимаете, у нас традиция. Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Моемся. Вопрос рентабельности бань в Островецком районе стоит остро. Работа общественных бань – больная тема для многих деревень района. Посещаемость невысокая, стоимость билета не покрывает затрат на содержание бани. И тем не менее они нужны. В городе и на селе сейчас есть люди, для которых общественная баня по-прежнему единственная возможность помыться. В плане бани, в принципе, как и по всей Гродненской области, и, в принципе, я думаю, по республике, у нас убыточность идет конкретно. Пробуем разными способами поднять загрузку. Именно из-за загрузки у нас вот такие убытки складываются. У нас по Островецкому району 20%, 21% загрузка всех общественных бань. Популярность у них падает, пытаемся возродить все, сделать более интересным. Сейчас запланированы текущие ремонты, обновить немножко, что-то современное добавить. Там такая ситуация сейчас у нас. На балансе РУП ЖКХ сегодня находится 5 общественных бань. Одна в Островце, 3 в агрогородках Гервиаты, Подольцы, Кемелешки и 5-я в Малях сдана в аренду частному предпринимателю. Он открыл там царскую баню, которая, кстати, пользуется спросом у любителей пара. Наиболее востребована из всех бань городская. Она работает еженедельно по субботам и воскресеньям. За выходные в среднем ее посещает 200 человек. Самая низкая посещаемость бани в Гервиатах. Несмотря на недавно сделанный ремонт, здесь обновили мужское и женское отделение, больше 2 человек баню не посещали. И когда встал вопрос о ее закрытии, сельчане стали искать варианты решения проблемы. И, как оказалось, в результате она шли. Посещаемость, как бы сказать, была маленькая, но когда вот подали объявление в интернет, подали объявление, развесили Воронов, Ворняны, Газа, Рымдюны, то как бы пошли. Вот в эту субботу, что была, уже было 10 человек, как бы это уже плюс. Надеемся, вот работаем с Люцией Ивановной, Лях, в том плане, если вот Ворняны, Ворона будут, больше людей соберутся, то планируем подвоз сюда людей. Да, технику, чтобы людей привезти и увезти. Ну, вот как бы надеемся на лучшее, что баня, ее в этом году нам отреставрировали, сделали ремонт порыловок. Покраска полностью шла, полностью бани, то как бы радует, что люди, ну, должны ходить. А для населения нужна баня, потому что не у каждого она... У каждого она есть. Первый подвоз жителей агрогородков Вороны и Ворняны в Гервяцкую баню был организован уже в минувшую субботу. Доставка для всех желающих бесплатна. Насколько эффективно это решение, говорить пока рано. Но если у жителей есть желание посещать общественную баню, она будет работать. В этом году отремонтировать планируют и городскую баню, ведь сюда люди ходят не только помыться, но и отдохнуть после рабочей недели. У островчан даже есть свой клуб любителей пара. Остался у нас в Островецкой бане самый такой серьезный ремонт. Будем планировать середины сентября внутри помещение помывочное мужского отделения. Будем его закрывать, будем менять график. Середина сентября, скорее всего, будем открывать одно женское отделение, и в нем уже будет по дням распределено, когда мужчины, когда женщины купятся. Также планируется обновить фасад, тоже он уже поизносился, и нужно немножко внести цветовое решение.
современном стиле более сделать все. Вы знаете, у нас сформировался свой клуб любителей пара, известный уже в Островце. Они любят нашу баню именно за то, что у нас здесь русская баня на пару, которая на дровах. Ценят, любят, здесь собираются целой компанией, любят пообщаться, и в том числе и женщины тоже. Есть у нас любители пара, тоже своя компания. Для них это так называемая еще и спа-процедура. Они сюда берут всевозможные маски, скрабы, ну, наслаждаются, отдыхают тоже, да. Это как отдых для них. Сейчас стоимость посещения бани в городе и селах одинакова – 4 рубля. Бесплатные услуги бани оказываются участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, многодетным семьям при наличии соответствующего удостоверения и детям до 3 лет. А инвалиды первой и второй группы и дети до 7 лет освобождены от оплаты на 50%. Героиня нашей тематической рубрики «Моя островечина» Галина Францкевич родилась и выросла в красивой, ухоженной деревне Слободка, которая расположилась в 6 километрах от Островца и уже стала одной из улиц нашего города. Здесь женщине близок каждый уголок. Я лічу, что я счастливый человек. Счастливая от того, что я, можно сказать, дыхаю тем поветром, яким дыхали мои деды и прадеды. Свою родословную, скажем так, здобыла до 4-го колена. Я знаю своих батьков, дедов, прадедов. Все они были люди добрые, конечно. Они гадавали детей, орали землю, они были селянами. И вы ведаете, коли ведая, что эта вот земля, она, скажем так, по ей ходили мои предки, то это многое означает. Вот тут мы находимся зараз на старом полустанку, как казали за польским часом люди. Бо тут, на этой вот чыгунце, стояла железнодорожная чыгуночная касса. И богатые люди имели возможность доехать до Вильни. Я ж у свой час, будучи 10-годовым дитем, с 4 по 8 класс ходила сюда, у Дягеневскую восьмигодку, как здобыть элементарно базовую эдукацию. И, конечно, вы являете зима темно, на 9 часов треба было попасть и уже быть на занятках. И нам, конечно, было страшно ходить, вы только себе уявите. Вот тут росли такие густые елки, приземистые. И они такие створали шатер, что мы, малые, проходили небыто так свободно, а уже наши старейшие сябры, они навод прихилялися. Але гэты прыцемак нас, можно сказать, хавал у свой тень у лет, ну, скажем так, поздней весной или ранней осенью, и прикрывал нас зимние, вот такие, ну, снежные дни. Школа у нас была маленечкая, и мы, конечно, 10 человек у классах, это, ну, просто супер, я теперь разумею, потому что мы ведали один одного, добро, мы могли сябровать, и навод, коли нам что-то не подобалось, то мы долго зловаться, ну, саправды не могли, как бы. Тому вот эта вот частка, кавалочек вот этой, скажем так, и чыгунки, и вот этой дороги, этого леса, он вот на сегодняшний день, когда я сюда прихожу, я отчуваю некий такой подъем, неких таких вот, ну, моральных, душевных сил, это придает мне эмоции. И, ведаете, так классно никуда не выезжать, а просто жить вот тут и иметь возможность прийти сюда у любой час. И, ну, зрештою, ви самі бачите, яка тут пригожость. Забавы моего детства, конечно же, были примитивные, вельми примитивные. Мы могли гуляться с песочком, с каменчиками, покуль были малые. Как подросли, мы, конечно же, западали на эту его маленькую рачулку. По ей мы носились босяком, ну, литерально целыми днями. И, ведаете, хворобов никаких не было. Тут было так чудовно. Зрешто, тут крыницы на каждом кроку. Але тем не меньше, как мы здолели это все, ну, продбачить, никак туда не попасть и просто туда не упасть и не пропасть в уголе. Мне просто дивно робится. Сегодня бы своих внуков, напевно, сюда не допустила бы, так, без нагляду. А там у нас вот была такая
цудоўная трава. Яе апускаеш у ваду, трэш яе, і яна намыльваецца. І тады мы намыльвалі спецыяльна, каб у нас была рэчка ўся прям натуральна ў пене. Цяпер яна ў пене ад таго, што яна проста недагледжаная, запушчаная. І гэта вельмі, ну, шкода. Нам было тады і прасторна, і шырока, і весела. Таму што яна, канешне, была вельмі шырокая. А вось на той стороне, там яна была даволі такі і глыбокая нават рака. Малымі дзецьмі туды не хадзілі на гэту старану, а ўжо маленства ўсё купалася і плюскалася тут. Гэта горка была нашмат больш крутая, чым цяпер. Таму і ўражанні ад гэтага палёту на санках былі вельмі класныя. Цяпер, я думаю, так не атрымалася бы у цяперашніх дзяцей. Акрамя санкаў, у нас былі некія такія прыспасобы, якія мы называлі ў сваім дзяцінстве дрында. Яна была такая з тоўстага дроту, на яе павінна трэба было стаць, разагнаўшыся адной нагой, і яна кацілася. І гэта было таксама вельмі весела і цікава. Ну, я вот думаю, сённяшняя дзятва нават не ведае, што гэта такое, і, ну, я думаю, нават яе паказаць не пакажаш, бо яе проста не засталося. У кожнага чалавека ёсць сапраўды такія запаветныя мясціны, куды хочацца звяртацца раз за разам. Я вам паказала свае, якія найбольш мне прытульныя да сэрца і якія мне сёння з'яўляюцца ў снах майго дзяцінства. Гэта ёсць мая любімая астравецчына і мае самыя лепшыя куточкі. Программа «Твой островец». Все самое интересное, что происходит в нашем районе, но порой остается вами незамеченным, показываем мы. С вами была Ангелина Миклис. Увидимся ровно через неделю в это же время на этом же канале.